не будет никакого разделения, не будет никакого фамильного подхода, не будет никакого кланового подхода. Если ты виноват, ты получишь то наказание, которое заслужил. Пора уже нам отходить от того, что кто-то свой, кто-то чужой. Любой может, как сегодня модно говорить, зайти в Google и посмотреть, кто что говорил и что обещал. Действий конкретных, к сожалению, нет. Вот о чем идет речь.